Человеческое сердце – это музыкальный инструмент. Оно содержит великую музыку. Она спит, но она здесь, ждет подходящего момента, чтобы воспламениться, быть выраженной, быть спетой, быть станцованной. И это мгновение возникает через любовь. История любви длительностью в 4 часа или историю любви длиною во всю жизнь для минских зрителей спели и рассказали две самые романтические пары российского шоу-бизнеса Леонид Агутин с Анжеликой Варум и Владимир Пресняков с Натальей Подольской. Мы можем мучить своим творчеством до утра, ребята. Готовы? Старые любимые песни и новые композиции, совместные дуэты, причем не только между супружескими парами. Первое отделение концерта принадлежало Леониду Агутину и Анжелике Варум. Леонид поражал поклонников виртуозной импровизацией на клавишных, а Анжелика подняла весь зал под «Зимнюю вишню». Все мои слова – это только шум в голове. То, что не сказать никому, лишь тебе. Все твои слова что-то согревают во мне. То, что не отдать никому, лишь тебе. В каждой песне, в каждой строчке артисты рассказывали свои истории любви. Одна проверена годами, вторая зародилась недавно. Было трогательно наблюдать за тем, как вышедшие во втором отделении Пресняков и Подольская, практически не отрываясь, держались за руки, нежно смотрели друг на друга. А Владимир даже не мог оставить Наташу одну на сцене для исполнения сольных номеров. Иди. Иди куда? Туда. С Богом? Я пошел с Богом, оставляя вас наедине с этой чудной девушкой и женщиной. Не ступитесь, пожалуйста, на ваши аплодисменты. Если Наташа радовала зрителей своими последними новинками, то Владимир окунул весь зал в 90-е. «Замок под дождем», «Перелетная птица», стюардесса по имени Жанна. Апогеем концерта была совместная песня четверки «Быть частью твоего». Зал уже стоял, танцевал, подпевал. Артисты опаздывали на поезд, но ни те, ни другие не хотели расставаться. Бонусом была песня «Аэропорты», которую своим мужьям подпевали Наташа и Анжелика. Обещанное интервью после концерта не состоялось, так как музыканты действительно опаздывали. Но привет передать успели. Минску привет! Спасибо! Супер-публика! Но что можно сказать после такого концерта, кроме как пожелать вам любить друг друга, пожелать почаще слышать слова «Я буду всегда с тобой, воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не опуская глаз, не проронять слов, словно во мне твое сердце».